Радий представити наших ранкових гостей, режисера-постановника Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру Василя Цимбала та артиста Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру Олександра Зарубу. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. І так, 17-18 нарешті для вас, нарешті, да, відбулася вже та прем'єра, тому що я так розумію, що період підготовки був тривалий. Ну, как вам сказать, на самом деле, наверное, не то, что очень долгий, скорее, я бы сказал, такой в рекордно короткие сроки мы делали спектакль, наверное, впервые в жизни, и мне, и многим артистам довелось фактически за месяц сделать большой такой масштабный спектакль, потому что это действительно как бы полномасштабное действие, венецианский карнавал, такой серьезная как бы работа с очень серьезным материалом и полных, так сказать, два акта спектакля, то есть работа была очень напряженная, но мы ее осуществили, вот мы ее осуществили с артистами и с цехами театра, то есть и уже действительно зритель мог видеть уже, так сказать, наше детище, наше творчество уже на сцене. Вот. А если говорим, да, о подготовке, соответственно, реакции зрителей, много было отзывов и в Фейсбуке, и на различных блогах, сайтах, все воодушевлены, рекомендуют пойти посмотреть, мы рекомендуем также вам, дорогие телезрители. Я так понимаю, что теперь премьеры и показы будут еще, да, премьерных два показа уже было, а теперь... Ну, естественно, конечно, конечно. Когда ближайшее? Ближайшее у нас сейчас будет в конце ноября. Вот, затем еще в декабре пару раз идет, ну как бы уже все, спектакль пошел в план работы, то есть в план, поэтому план, да. Успейте, скажем так, потому что билеты уже расплачивают очень быстро. Да, вы знаете, это тот случай, когда даже мне было очень сложно достать хотя бы 1-2 билета на свой спектакль, понимаете. Вот это очень приятно, что зрители хотят ходить в театр. У нас вообще должен отметить, что последнее время у нас постоянные аншлаги в театре на различных спектаклях, совершенно различных тем. Вот, и сейчас да, билеты, уже очень много проданных билетов, так что, наверное, нужно поторопиться тем, кто хочет попасть. Я думаю, что люди не пожалеют. Александр, я, наверное, к вам еще обращусь в любом случае, потому что вот одному из интернет-изданий вы там заявили в интервью, что очень приятно было сыграть эту роль, потому что, скажем так, легендарная роль, да, с которой, скажем так, блистал на сцене Константин Райкин. Как все-таки для вас эта роль и как подготовка к этой роли? Ну да, действительно было сложно очень, потому что были короткие сроки, а текст все-таки стихотворная форма, это прилагает множество усилий, и пришлось поработать, конечно, над легкостью, потому что, я думаю, не найдется того человека, который не знал бы Труффальдина Райкина, да. Поэтому пришлось приложить своих усилий режиссерских, спасибо, конечно, большое своим партнерам, которые помогают, которые наблюдают, потому что ты не всегда видишь себя со стороны, и не все можешь оценить очень правильно, поэтому, когда партнеры подходят, помогают, тем более у них опыта побольше, это очень благого стоит, конечно. Если мы говорим о сюжетной линии, многие уже знают, да, скажем так, вам досталась та роль, когда, скажем так, да, два жалования лучше, нежели одно, но все-таки что нового еще привнесли? Или были изменения в оригинальный, скажем так, сценарий, в оригинальный ход событий? Ну, прежде всего, вы должны понимать, что, как любая классика, написанная очень давно, в любом случае требует очень внимательной с ней работы, потому что сегодня должно быть действие понятно современному зрителю, и во многом очень мы старались, чтобы темпоритм спектакля был созвучен, в общем-то, темпоритму восприятия сегодняшнего зрителя. Хотя мы не стали низводить, как есть такие иногда попытки, взять классику, всех поодевать джинсы или раздеть там до гола. Мы как бы немножко не придерживаемся такой эстетики, будем так говорить. Все-таки я считаю, что... Экспериментально. Да, понимаете, это комедия, потому что сам материал прекрасный, ведь это комедия Дель'Арте. Мы взяли какие-то основные черты комедии Дель'Арте, обозначили эпоху все-таки 18 века Венеции. Но, тем не менее, немножечко как бы постарались приблизить и темпоритмически, и по характерам красок артистов, их образов, к современному зрителю, чтобы это была старая история, но новая, чтобы она была современна. А те мысли, которые заложены в нашей постановке, они преследовались, и тогда это вечные темы. А, собственно, главная тема-то какова? Человек, который хочет добиться своей мечты, он должен двигаться, должен что-то делать, да, вот, то есть, как бы, мы и ставили задачу, в общем-то, для того, чтобы люди пришли в театр и могли увидеть воочию, надо сказать, на примере этих веселых героев, неунывающих, что кто хочет, тот добьется, кто ищет, кто ищет, тот всегда найдет, понимаете, вот, что, в общем-то, люди смелые, находчивые, смекалистые, способны достичь своей мечты, и это прекрасно, на самом деле, вот, поэтому, конечно, ну, а при работе с текстом, естественно, приходилось, может быть, где-то сократить, может быть, где-то, потому что вы знаете, что
так сказать, в старинные времена, да, спектакли играли целый день. Да, то есть люди приходили, уходили, а спектакль все играли. Совершенно сегодня другие форматы и временные рамки сценического действия, поэтому, конечно, мы очень внимательно с артистами подходили вот именно к еще определенным корректировкам. Угу. Вот, но звучит на сцене, в общем-то, текст именно вот оригинальный, который в переводе Карла Гальдони «Слуга двух господ». Ну и, конечно, хотелось бы отметить тот факт, что очень много было у артистов прекрасных, я считаю, творческих находок и импровизации. Вот мы импровизировали во многом, по действию, по каким-то мизансценам. Я со своей стороны, как режиссер, артист со своей стороны. И вот этот вот синтез такой, понимаете, mm-hmm. он, наверное, придал спектаклю определенные свои изюминки, которых, может быть, и изначально не было у Гальдони, но... Подчеркиваю, что комедия дель арте, она именно и основывается на каких-то импровизационных темах, на импровизационных мотивах. Вот, поэтому как бы вот, вот такие вот у нас получились. Ну и, наверное, моменты, маленькая, да, наша изюминка – это Бригелла. Да, Бригелла, да, да, да. Что нет у Гальдони, угу. То есть у нас мужчина как раз переодетый в женщину. Но Юра очень Грушенко, артист нашего театра, который очень шикарно ее сделал. То есть это не выглядит пошло, да. То есть это вот грань как раз очень... Между вульгарностью и красотой, очень, да? Шикарно, да. Ну просто. Да, и вообще как бы переодевание это тоже, в общем-то, одна из фишек, будем так говорить, комедии дель арте. У нас есть персонаж Беатричи, да, который исполнил mm-hmm. Марина Васильева. Она ведь девушка, ищущая своего влюбленного, переодевается в мужской костюм, mm-hmm. да, приезжает в Венецию. Есть у нас Бригелла, который скрывает, у него своя линия, да. Он скрывается от своих, так сказать, знакомых, переодевается в женщину, то есть, и много различных переодеваний угу. по ходу пьесы, вот, также, понимаете, поэтому, как бы, вот, эти моменты тоже ими пользовались, как бы, использовали. Если мы говорим о актерском составе, обошлись в этом спектакле основным составом или привлекали еще артистов, скажем так, извне театра? Нет, ну, вообще, мы, как бы, не пользуемся, в нашем театре достаточно прекрасных артистов, как бы, мы не пользуемся, у нас нет такой практики, чтобы привлекать кого-то извне, особенно, понимаете. Угу. Вот, основка очень масштабная, была задействована большая часть вообще труппы, как бы, молодые артисты, начинающие, и опыт. Но я так понимаю, что рекорд был не только у актеров, у режиссера, но и все-таки у людей, которые оформляют, скажем так, сцену, потому что несомненно. Им нужно было, да, это все воссоздать, скажем так, за месяц с лишним. Несомненно. Более того, и художник наш Елена Рыкусова, которая создала шикарные, я считаю, костюмы, думаю, Саша со мной согласится, вот можно очень, увидеть, да, потрясающие костюмы. И сейчас видим их параллельно, да, тоже, да, на экранах. Да, замечательное оформление, такой, понимаете, антураж действительно Венеции определенный. Вот. И, конечно, наши цеха, которые, в общем-то, ударным трудом все это изготовили, потому что, понимаете, мало нарисовать хорошо, потом нужно все это, да, пошить, склеить, нарезать, прибить, да, и закрепить что, всякие планочки, понимаете, поэтому надо сказать тут огромное спасибо. И особенно хочется отметить, что, в общем-то, с приходом нового художественного руководителя театра Артема Александровича Свистуна, я думаю, что и под все последние постановки зритель мог ощутить, насколько качественнее и богаче стали спектакли театра. То есть, понимаете, большое количество театр вкладывает как бы средств для того, чтобы это выглядело достойно, mm-hmm. это выглядело хорошо, это выглядело качественно, и костюмы, и декорации, так что вот это нас очень приятно. Знаете, не разжигая, скажем, да, между театрами все-таки розни какой-то, но вот всегда была тенденция, да, у Николаевцев, что украинский театр сложно достать билеты. Я очень рад тому, что в русский театр теперь очень сложно достать билеты. На личном тоже опыте, потому что нужно было там за несколько дней, я уже Марине Васильевой, которая сыграла одну из ролей, она говорит, нет билетов вообще даже никаких абсолютно. Яркое подтверждение на свой тоже спектакль, не было возможности получить билет. Поэтому это большой плюс, но, конечно же, я думаю, работать в такой обстановке еще приятнее, когда ты видишь такой фидбэк от зрителя, который приходит, который ценит и которому интересно смотреть. Поэтому ваша работа, я желаю, чтобы была оценена. Спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию.